дорогие друзья! Эрлыкун курметте достар! Мы искренне рады видеть вас в этом зале! Сегодня актовый зал открыл свои двери для традиционного праздника посвящения в студенты. И главные герои на нем, конечно же, первокурсники. Итак, разрешите представить виновников сегодняшнего вечера, а вы, в свою очередь, поприветствуйте друг друга громкими аплодисментами. Сегодня мы пригласили вас на традиционный праздник посвящения студенты, после которого вы официально становитесь частью нашей дружной и большой семьи. По традиции в этот день вас приветствуют Жумабеков Жанкаш Эколасович, заведующий и классный руководитель отделения казахских народных инструментов. Армысыздар, біздің жеткіншектеріміз, мынау бүгінгі студенттікке қабылдау деген, бұл енді өнер додасына қабылдау сіздерді. Сондықтан да мерекелеріңіз құтты болсын, өнер додасында жемісті күндер тілейміз. Өнер тек қана 4 жылмен шектелмейді, бұл жердің қабырғасындағы ол жалғаса береді. Өнер деген мәңгілік, сол өнер жолында жасай беріңіздер, сабақтарыңызда жетістік тілейміз. Абай атамыздың сөзі бар ғой, әсемпаз бол мәрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетің таптап арқалан дейді, міне осындай тілек сіздерге де. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, сәттілік, бастарыңызда бақ болсын. Қазақ айтады, асыларыңызда тақ болсын дейді, сол бастарыңызда бақ, асыларыңызда тақ болсын. Өнердің, білімнің биігінен көріне беріңіздер. Мерекелеріңізбен. Спасибо большое за ваши поздравления и наставления для наших первокурсников. Ну а мы продолжаем! Мама, ну я хочу стать артистом и заниматься творчеством. Что? Творчеством? Да они же все бродяги, несерьезные и непригодные для жизни. Вот быть врачом или адвокатом, вот это дело. Ну, мама. Ты наносишь прямое оскорбление нашей династии муравьиных селекционеров. Вон, вон, и не смей возвращаться домой, пока не получишь настоящую профессию. Thank you.
Желаем успехов, удачи во всем, что бы они ни делали. С праздником! Петь в караоке. Ну так они и заставили меня петь. Глубочайшего позора я не испытываю никогда в своей жизни. Ты меня слышишь? Проснись! Не, я ему тут душу изливаю, он спит. Дракуленок! Что? Что-что? Я петь хочу. А что у тебя там под носом? Пудра? Ну ладно. Ну что ты сидишь? Я петь хочу. Учителей мне зови. Как его там? Понял? Да, хозяин.
Возьму, да. Вашему вниманию официально представляется семья Франкенштейн. Мастера оперного. Опорного. Оперного пения. Да. Ну, повтори. Да. 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 О, боже мой. Смотри. Да. Ну. Да. Иди сам думай. Да! Да! Что ты делаешь? Я очень недовольна. Есть еще. Еще? Да. Ну, зови. Месье Ваня Марфольфович. Лауреат конкурса «Умная сирена». Имени Красной Шапочки. Выпить хотите? Я? Вы точно хотите пить? Точно хочу пить. У вас не получится. Почему? Ну, понимаете, вот у вас есть талия. У настоящих оперных певиц талии нет. А еще у вас всего один подбородок. Так не делается, дела. Если оперная певица, то она должна быть, ну, вот такая. Вот такая. И вот такая, чтобы... Просто недовольствие. Я сейчас разбужу нашего тайного властелина. Еще я больше не вытерплю. Прошу. А вы ведьмы, да? А, ну здорово, значит, вы мне и нужны. Короче, вот просто так, вот крэкс, бэкс, фэс, и все, я запела. Можно так? Нет! Работать будешь.
Чтоб красиво петь до гроба, купол сделайте из неба. Станьте полом, как труба, и начните петь со лба. Ощутите точки две. В животе и в голове. Обоприте на живот и пошлите звук вперед. Чтоб прикрытие найти, нужно к Е прибавить И. А где О? О где У? Не в глотке, а во лбу. Понятно? Подходит к концу. Всем большое спасибо. А также преподаватели нашего замечательного колледжа. Мы от всей души поздравляем всех первокурсников с днем посвящения! Но в особенности мы поздравляем первокурсников дирижерско-хорового отделения. И следующее музыкальное поздравление только для вас. Покажи себя.
порой, но ведь того это стоит. Жизненный путь так устроен, он так устроен. Вместе с твоей мечтой будет учиться с тобой. Света, Ира, Гитлингу и Людмила. Thank you.
Сабақтарын жақсы оқындар, сабақтарын дөткізбендер, мұғалімдерді ренжітпеңдер. Және де біздің кішігірім сыйлықтарымызды қабыл алыңдаршы, я? Уважаемые студенты первого курса, поздравляем вас искренне сегодня с вашим днем. Желаем вам лишь теплых воспоминаний. Учитесь хорошо и не обижайте наших дорогих, как золото учителей. А также, конечно же, никогда не забывайте проходить флюорографию. Как видите, от нас эти наши, конечно, искренние подарки.
Арфа, барабан? Это же рояль! Хотя пианисты с этим не согласны. О, Евгения Бомбини! Фортепианное отделение! О, фортепиано! Своей квартире ляньте на утре четыре, выполняйте правильно движение, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, удобно водить до резине мошенья. Очень вырос в целом мире хриповирус 3-4, жизнь растет за болевание. Если хилый сразу в рот, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, опти ранее. Если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам артика забыта. Ладно, академия, доказал коньяк и кофе, вам заменит спорт профилактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайте, чем придется, водными займитесь броца. Дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первый нет, я настоящий, нет на месте общий. Первый курс на сцену. Я не знаю, где вы. Где Thank you.
студенттері, сіздерді осы студенттік өмірге қадам басуларыңызбен құттықтаймыз. Үлкен биік белестерден көрінулеріңізге тілектеспіз. Ал енді біз өзіміздің ақыл бірінші курсты Должны были его тщательно изучить. Поэтому мы посвящаем этому наш раунд. Вопрос первый. Сколько в колледже туалетов? А. 2. Б. 9. С. 13. Д. 6. И ваш ответ? 6? Окончательный ответ? Ответ 2? И это неверный ответ. Вопрос номер 2. А правильный ответ 6. Вопрос номер 2. Назовите фамилию, имя, отчество заведующего отделения эстрадного вокала. А. Жунусов Гульзафар Алексеевич. Б. Женисов Кульзаир Елисеевич. С. Жунусов Кульзаир Ергисеевич. Д. Максим Исаакович Дунаевский. Жунусов Кульзаир Ергисеевич. Это верный ответ. Третий вопрос. Какая марка машины у куратора Недовой Елены Дмитриевны? Варианты ответов. А. Porsche Cayenne, черная пантера. Б.
Москвич 412 Orange. С. Равон R2 Спелая вишня. И Д. Нет машины, ездит на автобусе. Последний ответ. Вы считаете, что С, Равон R2, это правильный ответ? И это верно! Четвертый вопрос. Сколько детей у концертмейстера Яны Анатольевны? Варианты. А. Мальчик и мальчик. Б. Девочка и 4 мальчика. С. Нет детей, собака и хомяк. И Д. 3 девочки и собака. Д. Пятый вопрос. Что можно купить в столовой за 180 тенге? Варианты. А. Лобстер в винном соусе. Б. Полпорции маринованных улиток. С. Гамбургер. И Д. Подлив без гречки. Гамбургер. И это верный ответ! Последний вопрос этого раунда. Назовите тайное хобби заместителя директора Амановой Динары Ерлановны. Варианты ответов. А. Вязание крючком. Б. Начисление заработной платы. С. Прикорм рыбок. И Д. Шопинг. Верно! Вы успешно завершили первый раунд, и мы переходим во второй. Вокалист должен иметь идеальный слух, чувство ритма и отличную дикцию. Что ж, мы это и проверим. Первое задание – это повторить ритм. Внимательно слушайте и повторяйте. Запоминайте ритм. Вместе. Можно еще раз? Запоминайте ритм. Задание этого раунда – это проверка дикции. Прослушайте и повторите все в точности. Просят еще раз. Третье задание этого раунда очень важное. Вы должны угадать педагога по голосу. Слушаем и угадываем. Мав ты душечка, краснодевица. Ваш ответ? Василий Алексеевич? Это правильный ответ. Следующий.
Көгімдегі айым дейін сені, көкшедегі қайым дейін сені, көзден ұшып жырақта жүрсен. Олег Айдолайын! Следующий. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Татьяна Алексеевна? Вы уверены? Ваш окончательный ответ? Это правильный ответ! Мы переходим в следующий раунд. Еще один финальный главный голос. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. Яна Анатольевна. Великолепно! И теперь мы точно переходим в следующий раунд. Сейчас участвовать будет только староста. Куратор является вашей второй мамой. Она знает о вас все, следит за вами и помогает. Знаете ли вы ее настолько же хорошо? Сейчас тебе завяжут глаза, и по руке ты должна угадать Недову Елену Дмитриевну, вашего куратора. И начинаем!
Ты сказал, что ты до этого мочил всех налево и направо, так?
Владис, кем ты до этого работал? Я работал в прачечной до належу. Вот у этого человека огромное жирное пятно на репутации. Владис, замочай. Ну ладно. А ну пойдем на колени. Ну а подожди, ладно. Я не хочу это видеть, увидим другую комнату. Там все сделаешь. Так точно. Владис, я же говорю. Готово, Дона Лежу. Ну хорошо. Сынок! Сынок! Ты здесь? Кровушкой заморался. Боже мой, сынок, ты с каждым годом все больше становишься похож на свою мать. Сынок, ты ведь видишь, я уже старый. Я уже совсем не тот, что в молодости. И в скором времени тебе предстоит меня заменить. Плохой у тебя вкус, ба. Но, знаешь, все решено. Я поступаю на актер. Сынок, не стоит так торопиться. Не стоит садиться в лодку, которая никуда не плывет. И заходить в лифт, который тоже никуда не едет, сынок. Ты меня понимаешь? Понимаю, но не соглашаюсь. Я поступаю в Карагандинский. Карагандинский. Да, Карагандинский. Колледж искусств имени Татьяны Беловой. Я буду лицедеем. Кем? Лицедеем. Боже мой, Владис, моя верная правая рука, ты здесь? Да, Дона Лежу. Ты вот это слышал? Конечно, Дона Лежу. Не знаешь, кто же возглавляет этот колледж? Его возглавляет Дон Адамбеков. А, ну и немножко Динара Ерланова. Боже мой. Позвони им и узнай, достоин ли того, чтобы мой сын учился в этом колледже. Ну ладно. Алло, дон директор? Ну и что же он сказал? Бросил трубку, сказал, что помощь ему не нужна. А, еще сказал это. Такое странное выражение. А вот, сами с усами. О как. Вообще не знаю, к чему он. Владис, отправляйся в этот колледж. Проследи за моим сыном. Ну ладно. Давай, давай. И меня докатишь. А в это время... No one knows a little boy.
little boy. Something in my bucket. Давайте. А что с этого края? С этого края? Давайте.
Вот, вот все. Актер театра. Личность многогранная. Итак, приступим к посвящению. Давайте. В общем, во время сессии нельзя мыть волосы. Иначе знания в голове не удержатся. Красить их тоже нельзя, иначе преподаватель вас не узнает. Имя и отчество преподавателя лучше всего узнать в коридоре перед экзаменом, а не во время него. Тогда ваш шанс сдать экзамен немного повысится. На репетициях не спать, воображение развивать, сцене преданно служить, до экзаменов дожить. Скажите, все мои друзья, вы все готовы? Да! Дружнее! А ну, Роза! Там обстоят дела. А ты знаешь что? Мне понравилось. Я был в этом колледже и решил оставить вашего сына там. Ах, вот так. Вот так вот? А ну уйди с глаз моих долой! И сердце вон! Да ладно? Катя, подожди, нет. Подожди. Что-то еще? Нет, иди. Иди, уйди и выйди. Нет, стой! Что? Стой, подожди. Там правда так хорошо? Да, там действительно круто. Ему там понравилось? Да. И тебе? Да. Боже, ну если там так хорошо, может быть тогда и мне туда пойти, а? Ну что, пойдем? Пойдем, давай. Да пошли уже. Клянусь, сам чинить автобус, чтобы не опоздать на класс. Клянемся, идя на экзамен, знать название предмета и фамилию преподавателя. Клянемся, клянемся, стать настоящими артистами. Клянемся репетировать с утра до ночи. Клянемся исполнять все задания преподавателя, которые он дает. Клянемся верно служить искусству. Клянемся, клянемся, клянемся. Мы вас верим. Итак, любимый театр себе даже страшно на себя взять. Помни, что зритель платит деньги за то, что место словами. В этом саду я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, всегда. Все, что смогу, спою.
как все устроено. Радость и скорбь. У нас кроме часть самого себя. Ну что ж, дорогие первокурсники, мы желаем вам счастья, всего самого хорошего. Поздравляем! Лучше назвать свою роль. Можно назвать свою роль. Лучше назвать судьбу. Хатуба! Хатуба! Прошу всех присутствующих в этом зале встать! Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три раз, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь... Да, точно, нет какого-то. А теперь давайте попробуем поскрипстить. Ага. Может быть, Хатуба сам услышит нас. Ну-ка, давайте, вот такое вот у меня есть крутое движение. Давайте. Сейчас мы попробуем сделать. Давай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Странно, но тоже нет, Хатуба. Может быть, Хатуба.